Всім привіт, це канал Indie Games Channel, я Денрагон, і наконец-то ми узнаємо, хто же победив в конкурсі під названням «Последний герой». В конкурсі прийняло участие 23 чоловіка, всі ви їх видите на екрані. А тут є такі старенькі мої підписчики, так і новенькі, що дуже приємно. У кожного із цих людей, возле їх ніка, є циферка. Ця цифра означає, як би сказати, в какой последовательности приходили мне личные сообщения на ютубе. То есть самый первый был The Slash Mine, самый последний был LightEnergy2012.ru. Вот. Теперь же про сам конкурс, я же не рассказывал, в чем его фишка. Так вот, последний герой. Если в прошлом конкурсе, который проходил на канале, я с помощью сайта random.org выбирал одного победителя путем, как бы сказать, сайт выбирал цифру, а я возле этого ника ставил один плюсик. Человек набирал 3 плюсика, он победил. В этом же конкурсе «Последний герой» будет все наоборот. Если вы набираете 2 плюсика, внимание, 2 плюсика набираете, вы выбываете из игры. А побеждает тот, кто набирает 1 или 0 плюсиков. Если же, к примеру, остаются два участника, у которого там у одного 0 плюсиков, у другого там 1 плюсик, или там, не знаю, у обоих по одному плюсику, я буду продолжать выкидывать цифры до тех пор, пока кто-нибудь из них не получит именно 2 плюсика. Потому что, зная сайт random.org, никогда не можешь предугадать, что будет в следующий момент. Что еще? К примеру, если упадает цифра 9, а за ней снова упадает цифра 9, то второй раз мы эту цифру не учитываем. Но если упадает цифра 9, а затем выпадают цифры 10, 11, 12, 13, к примеру, там, или 10, 1, ой, или 11, 12, но при этом эти самые люди, цифры которых выпали после 9, они уже как бы выбыли из игры, поняли, да? А за ними выпадает снова цифра 9, то вот в этот раз, в этом случае мы учитываем эту цифру. Ну, думаю, в принципе, если что-то непонятно, я расскажу по ходу дела. И да, чуть не забыл. Если посчитаю, что сайт random.org тупит, и он мне выдает практически те же самые цифры, то есть, хоть я и поставлю диапазон от 1 до 22, но он мне все выдает там цифры только там от 10 до 15, только это тоже бывает с этим сайтом, то я его спокойно могу обновить, чтобы вы потом не писали какие-нибудь злобные комментарии. Давайте начнем, и по ходу дела я буду вам объяснять, если что-то пойдет не так. Так, пишем предел 23. Правильно, что я говорю? Да, все правильно. И поехали, ребят. 6. Шестнадцать. 8, 15, 11, 1. Если кому не интересно, тот может сразу перемотать на самый конец и узнать, кто же победил на самом деле. 14. 6. Из игры выбывает пользователь под ником Руслана. Но я как бы его не удаляю, просто если выпадает снова цифра 6, то я, разумеется, плюсик не ставлю. Продолжаем. 20. Если неправильно читаю ваш ник, то напишите в комментариях, как его правильно читать, и не обижайтесь. 2. 13. Счастливо для число 13. Это просто с экзамена вспомнил. Так, ладно. 6. Нет, человек уже выбыл. 20. Из игры убывает пользователь под ником Джеверджок. Если вроде так читается, ладно. Ну, 13. Из игры выбывает пользователь под ником DF2708. 6 уже было. Снова 6. 20.
Так, ребята, обновляем сайт. Мне что-то это не нравится. Так, снова вводим предел. Ждем 18. Нет, это тоже было, не считается. 14. Из игры выбывает пользователь под ником Chester15011. Ну уже 2. Из игры выбывает пользователь под ником Саша22664. Одиннадцать. По Валдере я долго искал. Так, 11. Из игры убывает пользователь под ником The Alisha. 17. 15. Из игры убывает пользователь под ником Minecraft2073. 17 уже ж было, да? А, нет, секунду, ошибаюсь. Из игры убывает пользователь под ником Волод 1402. 2. Нет. 17. Нет. 4. Он только кто-то без плюсиков, вообще кто-то с одним плюсиком только. 17. Нет. 9. Так, 4. Из игры бывает пользователь под ником Игромейн Мейн. Дальше. 7. 15. Нет, давайте обновим страницу. Двадцать три. Так. 15. Нет, я просто проверяю на всякий пожарный, чтобы не ошибиться. 12. Ага. 16. Из игры убывает пользователь под ником Секир. Пока что еще много осталось людей, да, Воля? Опять 16, 21, 4, нет, 20, нет, 1. Из игры выбывает пользователь под ником TheSlashMine. Дальше. 23. Из игры убывает пользователь под ником LightEnergy2012.ru. Ой, точно, просто ру. Дальше. 18. Из игры убывает пользователь под ником Отморозок. 11. Нет. 4. Нет. 21. Из игры выбывает пользователь под ником The Mr. Ванёк. 11. Довольно нет. Дальше. 15. Нет. 13. Тоже нет. Обновим страницу. Так. Стоп, что за ерунда? 23, вот. Так. Еще раз, ладно. 16. Нет. 18. Нет. 3. Так, дальше. Дить.
Из игры убывает пользователь под ником Михаил 17303. Так, что у нас осталось? 3, 7. Нет, еще много осталось. Дальше на что у нас? 9 нет. 17. Нет. Опять долго ищет. 6. Нет. 21. Нет. 14. Нет. 3. Из игры бывает пользователь под ником Купут Пэви. Вроде так, не знаю. Так, у нас остается, смотрите, цифры 5, 7, 8, 10, 12, 19 и 22. Ну, еще немало. Так, ждем, ждем. 19. Так. Дальше. 6. Выбыло, помню точно. 22. Дальше, ну что там? 1 выбыл, да, человек, да? 14. Нет. Так, что там, давай. Быстрее, 16. Нет. 17. Тоже, помню, нет. 10. Так. 15. Нет, обновляем страницу. Ладно. Так. 5. 5. Так. Дальше на что? 19. После под ником Чипка Чипов выбывает из игры. Так, остается, что у нас? У нас остается 5, 7, 8, 10, 12. Там еще дальше, ладно. 23. Нет. 23. Сейчас будет что-нибудь по-любому ужасное. Ну уже, давай, ладно тебе. Покажи мне результат. И долго ты будешь... Ну что такое? Так, ладно, еще раз нажму на кнопку. Не знаю, вот проблемы с интернетом. Да вроде не должны быть. Ладно, еще разок. 15. Нет. 19. Нет. 18. Нет. 9. Нет. 7. Пользователь под ником Гривус 121 выбывает из игры. Остается 5, 8, 10, 12 и 23. 5. Так, сейчас 5. 5, 8, 10, 12 и 23. 5. 8, 10, 12, 23. Нет. Опять. Да ёпт, РСТ, что такое? О, ладно, обновим еще разок. Обновляйся. Что за... Ерунда вообще.
Так, у меня какая-то заминка непонятная. Все, ясно, все нормально. 23. Продолжаем. 12. Пользователь под ником Мальтазар 97 выбывает из игры. Остается 5, 8, 10, 23. 5, 8, 10, 23. Нет. А, секунду. Как же нет? Пользователь под ником JustMrShook выбывает из игры. Остаются у нас 5, 8 и 10. 3 пользователя все еще осталось. 5, 8 и 10. Ждем какую-нибудь из этих цифр. Ты издеваешься, что ли? Блин, сейчас просто мегафон жжет. Серьезно. Модем показывает, что с интернетом все в порядке, а сайт не прогружается. Шикарно просто. О, господи, давай, ладно, обновим. Да, он еще и обновлять не хочет, круто. Обалдеть. Наконец-то. Я забыл, какие там... Нет, ты издеваешься, что ли? Девять. Наконец-то, блин, родил. Нет, не подходит. Девять. Надо пять, восемь, десять. Пять, восемь, десять. Давай мне. Четыре. Нет. 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 Восемь. Пользователь под ником Михаил Стэш выбывает из игры. Остается пользователь под ником Минимопсих и Макчик. Или 5, или 10. Пан или пропал. Ну. Нет. Нет. Нет, секундочку, хочу посмотреть еще раз. 5 или 10. Ладно, мне не ошибиться. Так, дальше. Пользователь под ником Минимопсих выбывает из игры. Очень жаль. И победителем стал пользователь под ником Макчик. После публикации этого видео ему на личное сообщение на YouTube придет сообщение о том, что он победил, и ему необходимо будет мне ответить в течение 24 часов. Если же он это не сделает с момента публикации этого видео, то мне придется переиграть. Я прикинул, как мне придется это переиграть. Это я ж так не знаю, я так посидею, наверное. В итоге жду хороших комментариев в пользу Макчика, который победил. Я не знаю, это просто чистая воды удача. И когда же будет следующий конкурс? Следующий конкурс будет в декабре. Он будет посвящен одному знаменательному событию, связанному с этим каналом. И думаю, что необходимо, так сказать, подготовиться. И в этом конкурсе, который будет в декабре, поверьте мне, не будет никакого сайта random.org, не будет никакой удачи, будет только ваше упорство и самая настоящая победа, потому что в том конкурсе, который будет в декабре, я хотел придумать что-нибудь интересное, чтобы те, кто подписывался на меня самые первые, то есть старички, и те, кто хорошо смотрит мои видео, у тех были преимущества. Ну, даже скорее не то, что они старички были, имеется в виду, что подписались раньше всех. Нет, тут скорее именно то, что вы смотрите все мои видео и смотрите их внимательно. Вот этим это будет очень важно в декабре, поэтому вам стоит начать это смотреть, стоит начать смотреть все мои видео. Все, пользователь Макчик, жди сообщения на YouTube. Всем спасибо, до скорого.